На мысе Тарханкут захвачена отдельная радиолокационная рота Крымского соединения украинских воздушных сил. Городок заполнили около 120 российских десантников. Они прибыли на 7 грузовиках, которыми и заблокировали территорию части. Эту информацию нам подтвердили в Крымском пресс-центре Минобороны. Также нам сообщили о перемещении большого количества техники в Крыму. Это техника как военного, так и тылового обеспечения. БТРы, тигры, много накрытых тентами КАМАЗов и машин для перевозки топлива были замечены на дороге Феодосии. Наши военнослужащие находились внутри казармы, сохраняли оружие, соответственно, отслеживали ситуацию, чтобы никто не пытался проникнуть в казарму незаконными методами и путями. Никаких провокаций, никаких попыток что-либо не было. Не требовали ни сдавать им оружие, ни присягать кому-то, ни бы. То есть флаг украинский висит не трогали. Государство наш так оно висит до сих пор на флагштоке. Заняли оборону по периметру, сейчас патрулируют сменами. Около 30 человек осталось, по 10-15 человек патрулируют всю территорию. Вот, соответственно, с утра и днем ситуация такая, стабильная, без изменений. То есть на конфликт не провоцируют, на контакт идут неохотно.